Matbuotdan jumani davom ettiramiz. Endi savollarga Bunyodkor jamoasi bosh murabbiyi Sergey Manchulushan javob beradilar. Во-первых, хорошая крупная победа и ваша характеристика сегодняшней игры. Ну, спасибо за поздравления. Действительно, сегодня редкий случай, когда тренерский штаб доволен как и результатом, так и содержанием игры. Может, дай бог, чтобы и дальше так и играли, но что все-таки должно было рано или поздно прорвать. И ту игру, которую ребят... Мне даже не сам результат, то, что ребята начинают друг друга чувствовать, это уже приятно, это уже что-то есть похожее на футбол. Будем стремиться и развивать дальше это. Есть, конечно, и ошибки, и грубые ошибки и в обороне, и в центре поля. Ну, по крайней мере, в сегодняшней игре они как бы... Их не так заметно было, потому что ребята именно в атаке сыграли очень неплохо. Савалла Бома, Нарми Махмад. Сначала поздравляю, очень хороший матч был. Этот результат плоды турецкого сбора можно назвать так? Ребят, ну вы знаете, здесь всегда хороший результат, можно найти причины хорошего результата и плохого результата, да, обосновать всегда можно. Да, работа ведется, наверное, не наверное, я уверен, что это и плоды и турецкого сбора, и то, что ту работу, которую проводили в первом круге, ребята были под нагрузкой, играли все игры практически. Это сейчас, возможно, дает плоды. Я очень надеюсь на это, потому что нам еще играть и играть во втором круге. Поэтому только начали. Надеюсь, что в таком же состоянии в последующих играх. Я имею в виду, что легионеры, как это приобрели легионеров, которые играют сегодня очень хорошо. Ну, это комплексная работа была, да. Понятно, что сейчас это, для них это первая игра. Я все-таки думаю, что они могут и лучше сыграть, потому что то, что видели мы на сборах, они, конечно, сильно выглядели. Посмотрим, посмотрим. Сейчас рано что-то говорить, какие-то выводы делать. Все выводы будем делать после заключительного матча чемпионата. Там уже цыплят по осени, считаю. Угу. Пожалуйста. Сейчас насколько спокойно, да, уже стало за скамейкой? Ну да, уже можно, конечно, валировать составом где-то. Есть игроки, которые могут спокойно, безболезненно поменять и усилить игру при необходимости. Да, это уже стало намного полегче. Молодежь очень радует, честно говоря, как бы мы побаивались, все равно это молодые игроки, не такой огромный опыт, но какую уже игру показывают, что именно молодежь пока что на себе весь ВОЗ тащит. Другое дело, что 12 числа молодежь, именно Хамдамов, Камилов, Уримбаев уезжают за сборную. У нас 15 числа их не будет. Здесь будем думать, кто будет играть. Но я еще раз говорю, скамейка позволяет, поэтому сетовать на то, что у нас кого-то не хватает, не приходится. Работать и работать. Поэтому отпускали этот Сафаву? Но он изъявил желание играть в другом клубе, мы не стали ему препятствовать, потому что на эту позицию у нас уже были игроки, поэтому здесь это нормальное явление, это не то, что он там плохой футболист или что-то не понравилось, нет, просто у него было неплохое предложение, он решил им воспользоваться, пожалуйста. А это его инициатива? Конечно, конечно. Савалиан Башка, спасибо. Спасибо вам. Еще раз победа. Всем удачи.